Здравствуйте, уважаемые жюри! Меня зовут Татьяна Калугина, и я увлекаюсь акварельной живописью с 2019 года. Сейчас мне 27 лет. Я живу за городом, и вдохновляюсь я тем, что вокруг меня находится все это изобилие красок, свежий воздух. В общем, подталкивает меня к творчеству. Вот, а вообще особая любовь у меня к черно-белым картинам, потому что у каждого человека они вызывают свои ассоциации, я бы даже сказала, подталкивают людей к каким-то воспоминаниям. Вот, у каждого ведь они свои, и поэтому мне очень нравится людям показывать именно черно-белые картины. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание.